Всем привет, ребята! Сегодня я решил сделать такой интересный контент на своем канале Типичного Лазурно, и я этот видео кусочек фрагмента выкину на свой канал Алекс Козюленко. Короче, идея заключается в том, что сегодня 25 числа день поселка Лазурное, поэтому я решил сделать такой маленький квест, небольшой, скажем, даже просто квест. Я в одной части Лазурного сейчас в бутылочку положу 50 гривен. Такую закладку сделаю и сниму место, где это примерно находится. Если вам будет интересно, попытайтесь найти, сфотографировать эту 50-ку и опубликовать в социальных сетях с отметкой «Типичного Лазурного». Я буду очень рад. Если это сработает, вы найдете очень быстро, тогда в течение там 2-3 дней я сделаю закладку на 50 или 100 гривен. Поэтому давайте будем активными, интересными, и чтобы... Всем было круто. Подписки, лайки, комментарии. В общем, так, я выбрал первое место, где я положу 50 гривен. Я думаю, что здесь уж легко будет найти, но и в то же время будет очень интересно. Вот 50-ка. Я надеюсь, ее видно. 50 гривен. Опубликую видео сейчас, через часик буквально. Посмотрим, насколько быстрая реакция будет. Бутылку в урну выкиньте, пожалуйста. Вот 50. Видите? 50 гривен. Это улица Металлургов, новая парикмахерская и старый Приватбанк. Чтобы ее было очень легко найти, я сейчас попытаюсь заныкать нормально. За забор положить — это такое дело. Вот кусты. Кстати, кусты. Ой, все, видите? Вон там в кустах лежит 50-ка. Let's go, ребята. Если пойдет этот квест, сфоткайтесь или видео снимите, и мне пришлите в Facebook или же на YouTube. Ссылочку укажите, я публикую. Всем пока, ребята. С праздником вас.